Избавиться от белого, ну по вертикали. Количество краски такое, чтобы мастихину было что придавить. Помнишь такое количество, да? Когда мастихину есть что придавить. Ага. Такую густоту нам не нужно. Поэтому распределишь, распределишь. Нас интересует густота примерно вот такая. Значит, сюда вогнать розовый. Вот сюда. Причем разбелив кадмиевый цвет. Туда от центра, вверх. Распределить, распределить. Где-то здесь раствориться. Мастихином все придавить. Вот состояние укладки, которое нас интересует. Без этого вещества. Остаток после расштриховки. Хорошо? Вот это количество вещества нас интересует. Угомонить краску. Там распределишь. Смотри, ты возьмешь потом тряпочку, половинку тряпочки. И будешь брать красноты, зеленоты. То есть в основном это будут красноты и зеленоты. То в пользу красноты, то в пользу зеленцы. Хорошо? Вот такие. Вот такие. Постарайся лучше не добрать. Для потона, да? Не добрать по силуэту. То есть, чтобы не съесть небо, лучше не добери, чтобы у тебя еще была возможность, уточняя, увеличивать. Хорошо? Да. Давай. То есть не добери. Значит, вот это все должно стать текучим, дождливым, вот таким текучим. Прямо взял вещество и потянул вниз. Смотри, текучесть сразу создала определенное настроение. Усилить тряпочкой темноты, там где они есть. По-прежнему зеленый, красный. И вообще запомнить это сочетание, очень красивое. Причем особенно кадмий красный и бирюзовый. Очень красивое сочетание. Вот они. Это сейчас темноты, как бы не обращая внимания на форму, пятна, ну, приближенно к форме, ну, да? Ну, приближенно к форме, да. То есть, для вида, это абстрактно. Смотри, здесь. Вот оно, да. Мазануть. И тоже вот это чуть-чуть толкнуть в отражение. Угу. Толкнуть вот так. Вот так, чуть-чуть толкнуть. Потом сверху на этой мгле появятся звуки городских перил, архитектур. Вот эти звуки архитектур появятся вот таким образом. Вот таким. Вот таким. То есть первые проявления архитектурочек появится вышкребанием краски. Вот эти этажики. Пальцем пока. Пальцем. То есть оно сохранит пока еще очень мутный характер. Но это хорошо, что он такой будет мутный. Угу. Здесь нарочито показать уход в перспективу вот по этой траектории. Пока этого нет. Вот именно по этой траектории. То есть белильцами. С
краснильцами. На вытертое мастихином укладываем свет. То есть в этом месте будет самое светлое. И художники очень часто вот сюда загоняют, в щель, в эту щель загоняют свет, и это очень красиво звучит. Потом это деликатненько подрастворить, подраздавить пространство и создать дополнительные звучики. То есть такое немножко акварельное письмо маслом. Согласен? Смотри. Да. Как архитектура происходит легко. Вот такие вышкребания. Согласен, да? То есть вот этот кусок прямо изучить. Два цветика. Опять же. Вот таким образом. То есть будущие силуэты людей. Углубления какие-то. Вот таким расштриховыванием. Вот таким расштриховыванием. Сверху на мутату, которую ты тряпкой доложишь. С этим деревом пока так, пускай будет мутноватое, да? Ну, можешь его там уточнить чуть-чуть. Можешь ему даже ствол шкрябнуть. Так, чуть-чуть. Немножко, может быть, перезатер. Ну, в принципе, красиво все. Значит, вот эти штуки выстроить. А потом подчикать геометрию. Ты видишь, становится очень геометрично. Посадил темное пятно, а потом подчикал на сегменты. Хорошо? Тоже посадил темное пятно, подчикал на сегменты. Больший уход. Второй раз поправляю вот этот мыс. Это уход вот по такой траектории. Вынь да положь. Траектория вот такого ухода. Здесь получается. Здесь, смотри, не вижу вот этих вот звуков, вот этих вот геометризмов. Не вижу их. И никто не увидит. Значит, светлильцами затоптал. И тогда, вычерпывая, ты получишь силуэты. Когда ты светлильцами положишь, вот ты положил светлильца, тогда в этих светлильцах можно вырезать. Понимаешь? Если уже нет ресурса, взял, натемнил, положил светлый в небе, каскадом положил, как там и есть. И потом элементарно появляются силуэты. Очень геометричные силуэты. Ты понимаешь? Вот они. Это дело просто нарисовать. Нарезать. Да. Вот они. Очень геометричные силуэты. Хорошо? Ну это да, по-другому. Так а вы говорите, вот перспектива. Нам также по рисунку. Ну, смотри. Вот эта линия идет вдоль этой линии. Вот эта линия идет вдоль этой линии. И не иначе. Только здесь вообще это как бы узел такой, это вот стена. Есть средняя линия. Есть средняя линия. Средняя линия идет вот по этой траектории. Но не идет она туда. Она идет туда. Уходит.
хочет в одну точку идти. Понимаешь? Ну, так ведет себя перспектива. Вот эти вещи можно накидывать мастихинчиком вот так. Рублено. Рублено. В сочетании с этими мокрятинами, отражениями. Вот они. Рубленности. Рубленности. Сегментики. Пачкаешь край мастихина и создаешь эти сегменты. То есть появляется некий рваный рисунок. И он как раз хорош. Согласен? То есть вот эти рваности звучат. Так же и окна. Начерпал, наукладывал, а потом взял. И вот у тебя очень конструктивно, геометрично. Нету? Вот здесь нет? Ну здесь же шик. Ну это художник делал. Может, ты от себя еще больше требуешь? Но это ужас. Это уже много. Так. Может быть, немножечко мутнее, еще акварельнее. Может быть, чуть-чуть жестче рисуночек. Чуть пожестче. Согласен? Чуть не хватает. Чуть не хватает. Акварель, да? Это акварель. Мы ее переводим на язык масла. И в этом интересная задача. Что? Постоянно хочется войти схватить. Ну, вот так, чуть-чуть. Потому что она на самом деле здесь не сыграет ничего. Вот она, акварель. Акварельность. Понимаю. Вот эти вот штуковинки. Можешь себе слегка обозначить расширение и по расширению произвести. Они получаются вот такими призраками, каким прилично быть. Если что, поможешь пальцем их отсечь уточнительно. Хорошо? А потом... Человеники. А с этим еще надо. Не, ну можешь там добавить чуть-чуть, накруглить чуть-чуть, стволик чуть-чуть нацарапать. Там какие-то этажики. Но все-таки это не принципиально, сейчас человечки скорее принципиально. Это мешочки. Мешочки удлиненные. А потом уже все остальное. Это мешочечки вот такие. С тайками. Множество людей рисовать легче, чем одинокого человечка. Поэтому, расставляя их множество, ты почти в безопасности от сложностей. Где-то может быть женский образ с длинными волосиками.
может быть, мордочка в нашу сторону смотрит. И потом уже берешь тоненькую кисть. И немножко дополняешь. Но сначала мастихиновый, потому что они дадут естественных. Ну, чтобы поменьше было математики нашего ума, чтобы была некоторая естественность. Поэтому сначала мастихином, который не даст математику подсунуть, а потом уже. Ну, к примеру, там уже какие-то элементики. Конечно, тоже не вред, наверное. Темнятинка. А потом уже. Темнятинка здесь чисто для того, чтобы передний план держала. Просто для переднего плана. Очень культурно. Туда вот в щель нагнать свет. Не хватает в щели света. Смотри, как сразу отделяет одно от другого. Ты видишь? Воздух. Там сразу воздух произошел. Согласен? Да. Смотри. Ну, единственное, что там чуть-чуть порисуешь анатомию дома. Так, а в чем же я тебе помог? А, в архитектуре. Ладно. А ну я испортил. Испортил, да? Ну, надо же было на своем настоять. Мне кажется, да, может быть, как-то вот это чуть повыше. Ага. Так, значит, бахромистость чуть-чуть угоманиваем. Чтоб эта жесткость не кричала она, чтоб сохранялся этот мутноватый мотив. Хорошо шествует, так правдивенько. Вот тот свет орошает его, ну, да, по силуэту. Пытался это делать. То есть это не обруч у него на голове, да, понимаешь. Это блик. Бликующий вот тот задний свет. Мне кажется, вот. Машиночка взлетела. Просто по черпочению, да? Ну, для начала она взлетела, потом у нее пошло не туда, в перспективу, а здесь ровная перспектива. То есть у нее нет ухода такого активного. Она как раз на уровне линий, которые параллельно вот так почти, формату. Да? Так что понизишь ее, дашь тоже светик на капоте, светик на крыше. Ну, в общем, мне кажется, полезных вещей произошло много. Да, конечно. Поэтому все, что нужно, произошло. Кроме электромобильных хлопцов на порченом достаточно. Ну, здесь затрешь потом, возьмешь немножко вот этого цвета и перебьешь. И помни, что перспектива любит вот такие щели, особенно городская. Художники всегда преувеличивают светлость вот этого касания. Уход такой светозарный. Так. Немножко
Смотри, вот это вот, вот это вот зачем-то произошло. Канат не протирается больше. Может, просто селенок не хватило? Смотри. Да уж. Чуть не хватило селенок. Видно это. Вот видно, что не хватило. Поэтому скрываем этот. То есть такое резательное. И потом зачистил территорию. Зачистил. Хорошо? То есть все-таки вырезать. Ну, в целом, хорошо, отлично. Правда, вкусно акварели эти писать маслом. Вот ты почувствовал, что в этом кайфец есть. Краски немного, письмо какое-то особенное. На мутнотах этих. Все, все замешано на мутнотах.